В государственной резиденции Аларча вчерашние школяры, естественно, впервые. И президента многие из них видели, пожалуй, только по телевизору, поэтому чувствуется волнение. Все они лучшие из лучших, обладатели золотых сертификатов. Халида Даиркулова по результатам ОРТ получила 224 балла. Золотой сертификат ей вручил президент Алмазбек Атамбаев. Теперь ей остается одно – определиться с будущей специальностью и выбрать вуз. Я очень благодарна моим родителям, моим учителям за то, что они меня всегда поддерживали. Теперь я хочу поступить в зарубежный вуз или же лучшие вузы Кыргызстана, чтобы получить хорошее образование и внести свой вклад в свою страну. Высокие баллы получил и выпускник Балычинской школы номер 3 Санжар Бактыбеков. По ОРТ набрал 217 баллов и собираюсь поступать в КРСУ на экономический факультет. Наивысший балл набрал Вадим Курочкин, воспитанник столичной физико-математической школы-лицея номер 61, набрав 236. Перед обладателями золотых сертификатов открываются все дороги. Их примут в любой вуз Кыргызстана на грантовой основе без никаких конкурсов. Алмазбек Атамбаев призвал ребят не ошибиться с выбором профессии. Сегодня перед вами открывается множество дорог, и какую из них выбрать, зависит только от вас. Наверное, многие из вас уже определились с выбором будущей профессии, а может, в будущем вы будете менять этот выбор или жизнь заставит менять этот выбор. Но хочу подсказать, что в ближайшие годы в Кыргызстане будут наиболее востребованы специальности в сфере аграрной промышленности, энергетики, туризма, легкой промышленности. Алмазбек Атамбаев сказал, что надеется на этих лучших выпускников, потому что самым умным и образованным и определять будущее своей страны. Глава государства пообещал, что как минимум 20% из бюджета будет направлено на образование. Если человек читает только одну книжку или вообще не читает, у него не может быть ничего хорошего в голове. Только абсолютно образованные, читающие, люди, знающие культуру, музыку, люди, знающие устройство мира, астрономию, они могут поднять свою страну. И в этом плане вы, уважаемые сегодняшние участники торжества, вы задаете тон всей нашей стране. Глава государства вручил ребятам и планшеты, и единовременную стипендию в 10 тысяч сомов. Также по инициативе президента ценные подарки и денежные средства были вручены и 16 выпускникам региональных школ, набравшим высокие баллы по результатам ОРТ. Кратко Неметов, Алтынхан Бабаев, Общественный первый канал.